Евангелие от Матфея, 6 глава, 19 стиха. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Мое богатство скрыто только в Боге. Все нужное для жизни Он мне дал. И не нужны пустые обещания, ведь истина, что Бог не обещал. И не нужны пустые утешения моей душе от близких и друзей. Лишь в Боге я найду успокоение от горестных навязчивых идей. Богатство мира Бога не заменит, пусть даже тоннами мне золота дают, ведь Бог мой не предаст и не изменит, и в нем мое богатство и приют. Не променяю Бога я на славу, пусть даже мир к ногам моим падет, ведь Бог над всем, и все его по праву, и только им моя душа живет. Ведь Бог над всем, и что еще мне надо? Ведь главное — держаться за Него, и только в этом для души награда — признать величие Бога моего. А день придет, войду в небесный дом, где вечность буду с Богом проводить. Земные бури, проходя с трудом, не перестану Бога я любить. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и это все приложится вам. Аминь.